Открытие завода по выпуску электровозов переменного тока в столице Казахстана состоялось в декабре 2012 года. В церемонии приняли участие президент и руководители государственных органов Казахстана, мировые производители подвижного состава, главы железнодорожных администраций стран СНГ. Годовая производственная мощность предприятия составляет 100 секций грузовых магистральных электровозов переменного тока КЗ-8А и пассажирских электровозов переменного тока КЗ-4АТ. Первый электровоз КЗ-8А, выпущенный компанией «Альстом» в городе Бельфор, поступил на завод в предварительно собранном виде в декабре 2012 года. Сегодня на заводе работает 130 человек. По мере выхода на проектную мощность, до конца 2015 года штатная численность составит 650 единиц. В команде имеется несколько выпускников президентской программы «Балашак», а также граждане иностранных государств, задействованные в процессе передачи технологии местным специалистам. Грузовой двусекционный магистральный электровоз переменного тока КЗ-8А мощностью 8800 кВт имеет 8 осей, моторизованных асинхронными тяговыми электродвигателями и способен перевозить составы массой до 9000 тонн. При необходимости имеется возможность включения нескольких локомотивов по системе многих единиц. При разработке технического задания на данный локомотив были приняты во внимание суровые климатические условия стран СНГ. Наружное оборудование стабильно функционирует при температурах окружающего воздуха от минус до плюс 45 градусов Цельсия. Испытания электровоза в климатической камере подтвердили работоспособность всех систем в заданном диапазоне температур. На электровозе КЗ-8А впервые применена полностью автоматическая система ведения поезда, которая сводит к минимуму вероятность ошибки машиниста, обеспечивает наиболее рациональный режим управления и энергопотребления. Это позволило достичь 20% экономии электроэнергии, на треть увеличить вес поезда, в три раза увеличить длительность межремонтных пробегов. Одним из приоритетов предприятия является сертификация электровоза на соответствие требованиям норм безопасности НБЖТ-ЦТ и стандартов ГОСТ. Для подготовки к сертификации на инфраструктуре казахских железных дорог проводятся ходовые испытания электровоза на соответствие его характеристик требованиям технического задания заказчика. Конфигурация состава для испытаний включает в себя опытный образец КЗ-8А, вагон-лабораторию и резервный электровоз ВЛ-80. Максимальная скорость электровоза, достигнутая в ходе испытаний, составила 132 км в час. Предварительные результаты испытаний доказывают, что на рынке пространства 15-20 появился мощный, эффективный и надежный локомотив, способный решать самые разнообразные транспортные задачи в суровых климатических условиях региона.